Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию модель танка Т-62 фирмы Трумпетер в 35-м масштабе. Модель выпускается в довольно неплохой крепкой коробочке. Размеры коробки около 50 сантиметров. Модель выпущена в 2012 году. Больше ничего особо интересного на коробке нету. Только показано, что дается в наборе пару платок фототравления и металлический ствол. Откроем коробочку. Инструкцию рассмотрим немножко попозже. Как видите, коробка полностью заполнена литниками. В этом кармашке башня и корпус танка. Сейчас предварительно распакуем все с пакетов и начнем более подробный обзор. В наборе два одинаковых литника с катками. Довольно неплохо сделаны катки. Хороший красивый рельеф. На литнике сразу идут и звездочки, и балансиры. Отдельными литниками для катков идут бандажи. Вот такие в наборе присутствуют наборные траки. Дальше идет литник с полками, баками, бревно неплохо выполнено. Хороший, приятный пластик. Сколько раз собирал данную фирму, никогда особых проблем с ней не возникало. В наборе присутствует ствол пластиковый. И как было показано на коробке, точеный. Все выполнено очень хорошо. Облоя нигде не заметил. Следы толкателей спрятаны. Боковые экраны. Тучи так вот выполнены.
На этом леднике даны звездочки. Ледник с зенитным пулеметом. Платка с фототравлением. Решетки. И небольшой лист с декалью. Номер и какие-то обозначения. Довольно неплохо сделана декаль. Довольно неплохо отлита башня. Ледник с прозрачными деталями. Два ледника с мелкими деталями. Точеный ствол. Металлический трос. Неплохого качества. Ванна корпуса дана одной деталью. Довольно хорошо, крепко сделано. Рассмотрим инструкцию и цветной вкладыш. Инструкция сделана в виде книжки. Не очень толстая. Все четко пропечатано. Схематически все понятно. Одно только вот плохо, что не показали, сколько надо собрать траков в гусеничную ленту. Придется собирать методом подбора. Ну, а в целом все довольно хорошо и понятно. Еще раз повторюсь, данную фирму собирал не один раз. Никогда не возникало с ней особых проблем. Цветной глянцевый вкладыш. С вариантами раскраски. Два варианта раскраски только присутствуют. Ну и краски, которые нам понадобятся для камуфляжей. Если данная модель вас заинтересовала, друзья, вы можете ее приобрести в магазине Я Моделист. Ссылка будет в описании под видео. На этом буду заканчивать это видео. Спасибо, друзья, за просмотр, спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Всех благ вам и вашим близким.